Что это? Что это? Муся? Муся? Ты слышишь? Это, наверное, монстр. Пойдем посмотрим. Да отстань от меня! Я боюсь! Ладно, трусиха, иди здесь, я пойду посмотрю. Давай, монстр! Я тебя не боюсь! Ребята, привет! Это же я! Я хотела разыгрывать моих кошек! Ну что, классно получилось? Ребята, сегодня из этих коробок мы будем делать дом для наших котиков! Но не просто дом, а дом на Хэллоуин, дом с призраками. Привет, ребята! Мы будем сегодня помогать Алис. Домик? Хорошая идея. А я уже в домике. Ну, чтобы вырезать окошки в домике, нужно позвать моего папу. Папа! Папа! Ребята, мой папа превратился через Хэллоуина на оборотень. Эй, хозяева, вы про домик не забыли? Кошки ждут, и зрители тоже. Ребята, давайте пока что посмотрим, что мы приготовили для съемок, чтобы украшать домик в этой коробке. Все у нас в этой коробке. Мусенька, ты должна подвинуться. Хочет. Так хорошо лежала, скажи. Ну ничего, хозяйка, здесь тоже неплохо. А я пока вырежу окошки. А мы пока что открываем. Начнем-ка, пожалуй. Что это? Череп с конфетами. Ой, ну череп с конфетами, по-моему, не подходит для украшения домика. Наверное, это тебе на десерт. Кушаем? Конечно. Что? Конфеты? Ну что там? Ты будешь конфеты лопать или нам покажешь? Дай мне коробочку, пока я ребятам покажу. Так, вот я вижу, что здесь уже вот такие вот были конфетки. Что еще? О, какие интересные, смотрите. Маршмеллоу. Если я правильно понимаю, это сумочка, чтобы просить сладости. О, жестко. И вот такая вот футева. И самая последняя конфетка. Ну-ка. Тоже футева. А покажи саму сумочку. Вот такая. Ой, какая симпатичная. Ну как там дела у оборотня? Все готово. Давайте посмотрим, ребята, что получилось. О, какие классные окошечки. Ну все, можно украшать. Спасибо, оборотень. Римулька, гляди, у старшего хозяина когти выросли. Ага, и волосатость повысилась. Может, к зиме шерсть отпустил? Ну давайте посмотрим, что там еще. Давай, доставай, что это? Тыква, а она волшебная. Абракадабра. Светится? Да. А что если? Ну давай как-то, мы же хотели домик украсить. А давай куда-то поставим. Стой, стой, куда? Куда ты меня везешь? Стой, говорю. А, так это были не настоящие когти. Фух, хорошо, а то я уже испугался. Не ровен час, начнешь касать и корм есть. Смотри, куда хочешь. Сюда. Здесь его не видно совсем. Вот ничего себе, папулечка. Думаю, подружимся с тобой. Да. Если, конечно, не будешь мой корм есть. А мушки пока что нам откроют. Много не давай, она только что уже съела такое. Ей хочется, смотри, ей нравится. Мусенька, тебе нравятся такие печенечки. Давай посмотрим, что дальше.
что, это едят? А? Нет, игрушка. Ну нет, на голодный желудок я не играю. Ой, да тебя сколько ни корми, все равно голодный. Алиса, давай этого паучка подвесим где-то в домике в окошке, и они будут играть. Давай. Ладно, только для вас, ребята, поиграю немного. А вообще-то, ничего, игрушка мне нравится. Ну что, давай посмотрим, что там дальше, Алис. Да. Что это показывает? Это монстр. Это глаза монстра. Куда мы приклеим? Классный паучок, ребята. Кажется, я его недооценил. Эй, какие еще глаза? А, ладно. Вот так? Да, окей. Недовесильно. Вот. И вот. Ничего себе. Ну что, поехали дальше. А дальше у нас наклеим. О, красота. Ну пойдем поклеим. Да. Чего это вы еще додумали, а? Сижу, играю, никого не трогаю. Ну что, наш домик уже готов? Так, посмотрим. Хм, неплохо. Ребята, а вам нравится? Тогда поставьте лайк. Алис, ну ты опять? Иди отсюда, это мой дом. Да что? Поцарапал. Ай-яй-яй. Что ты делаешь, гадский кот? Ты зачем царапаешь хозяйку? Извини, маленькая хозяйка. Заигрался. О, сколько наклеек у тебя, смотри, тут зомби. И скелеты, давай я тебе немножко помогу. О, еще тыквы. Фамилия тыквы. Фамилия тыквы. Кто тут меня ловит? Кукловоду. Вон он. Здесь почти ничего нету. Эй, маме, здесь почти ничего нету. Ребята, там в коробке еще много-много интересного осталось. Но вы это увидите в следующем видео, если прямо сейчас поставите мне лайк. Мяу. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Пока, ребята.